Денис Молчанов, головний інженер систем очищення води. В цій темі вже 12 років. Життєва позиція – забезпечувати людей смачною чистою водою. Знає майже все про фільтри для очищення води і ділиться знаннями з іншими. Так, доброго ранку вам. Прийшли ви сьогодні з нами поділитися все ж інформацією про фільтри, тому що я думаю, це не зайва інформація для людей, які і планують вже якось попіклуватися про своє здоров'я і встановлювати фільтри. Але для початку ми ще анонсували про те, що поговоримо, що фільтри нам допомагають економити воду. Як саме? Чому? Як це стається? І як ми можемо зекономити, якщо придбаємо фільтр для води? Во-первых, давайте все-таки сначала о том, почему нужен фильтр для воды, да, потому что у нас есть, особенно в нашем городе, в Николаеве, есть явная проблема с качеством воды, и люди получают либо некачество, либо неизвестного качества воду. Когда человек устанавливает у себя дома фильтр, он может получить воду того качества, которое он сам для себя выберет. Да? На наш взгляд, оптимальной системой для такого фильтра является система обратного осмоса. Она может быть разных конструкций, разного дизайна, но система обратного осмоса обеспечит самое высокое качество очистки воды и самый стабильный состав очищенной воды. А вот здесь можно перейти уже к экономии. Потому что у любой системы обратного осмоса есть какое-то количество воды, которое сбрасывается в канализацию при очистке. Часть воды очистилась, часть воды должна сброситься в канализацию. У большинства, подавляющего большинства систем бытовых обратного осмоса, этот сброс составляет порядка 85-90%. Ого! Да, то есть большая, значительно большая часть воды при очистке сбрасывается в канализацию, и маленькая часть очищается и дается уже на потребление. Таким чином мы свои гроши просто до канализации отправляем. Да. У нас в Украине разработана система, бытовая система, которая позволяет значительно снизить этот сброс. Это украинская разработка. Она позволяет это соотношение изменить до 50 на 50. 50% воды очищается и поступает на потребление, а 50% все-таки необходимо сбросить в канализацию. Это у нас пример, так? Да, это пример такого фильтра, который позволяет, первое, получить безопасную воду, потому что это система обратного осмоса, а обратный осмос он позволяет получить самую безопасную воду. Он удаляет огромное количество различных химических загрязнителей, как неорганических, так и органических, и очищает воду вплоть до бактерий и вирусов. То есть эту воду можно спокойно пить без кипячения, без применения каких-то дополнительных методов обработки, в том числе даже детям. Этот фильтр позволяет экономить воду. То есть вы значительно меньшее количество воды сбрасываете в канализацию, соответственно, за месяц, за год у вас выходит значительная экономия по общему потреблению воды. Этот фильтр позволяет получить, кроме того, вкусную воду и полезную, потому что у большинства людей переход на осмотическую воду вызывает некоторый первоначальный дискомфорт, потому что это совсем разный вкус воды. А в данной системе есть очень интересный минерализатор. Он построен там совсем по другому принципу, чем, опять же, в других системах обратного осмоса с реминерализацией. И он позволяет получить стабильного качества реминерализированную воду, которая очень вкусная, прежде всего. Так, ну я так розуміла, що це середня трубочка, так? Це є яка мінералізатор, так? Да. Все, що замінює. Да, да. Такая прозрачная трубочка, внутри видны минералы, это минерализатор. Так я розумію, що такі фільтри зараз тільки почали, так, запускатись і это новая, вже... Это абсолютно новая разработка, выпущена только вот недавно, в этом году. Якщо, наприклад, люди захочуть собі таке встановити, як їм на що звертати увагу при виборі і коли встановлюють, яких помилок не допускати? Якщо, наприклад, захоче встановлювати саме, а не викликати спеціаліста. І чи можливо встановити самим? Так, звісно. Змонтувати систему не складно. Первое, выбирайте качественную систему. Да? Ну, то есть первое, выбирайте систему обратного осмоса, да? Того, что это стабильность и безопасность.
Второе, выбирайте качественную систему, которая прежде всего сделана из хорошего пластика и в которой применен качественный мембранный элемент, главный элемент системы очистки воды. Uh-huh. Я рекомендую мембранные элементы FilmTec, это самый лидер среди мембранных элементов, самый эффективный, с самой высокой производительностью, с самым долгим сроком службы. Uh-huh. Вот. У качественного производителя всегда идет в комплекте инструкция, там очень подробная, на нескольких языках, со схемами, как что нужно подключать. То есть нужно... Сам не запутаешься, да? Нет. Кроме того, то есть тут главное в подключении таких систем не перепутать, какую трубочку куда необходимо подключать. Uh-huh. То есть вот это, для этого нужна схема, внимательно на нее посмотреть и увидеть, какая трубочка куда подключается. Uh-huh. Для бытовых систем обратного осмоса принята даже цветовая индексация трубочек, у большинства производителей, скажем так. Какого цвета трубочка к какому кранику должна подключаться. Uh-huh. Красная подключается к исходной воде, желтая идет на накопительный бак, черная на слив канализацию и голубая на краник чистой воды. Uh-huh. То есть это тоже расписано в инструкции, и на это нужно обращать внимание. Тоже самая частая ошибка, когда нас вызывают уже как специалистов на систему, которую человек сам смонтировал, uh-huh. что перепутаны трубки. Тобто все одно не подивились, так, по кольорам? Yeah. Ну, я читала, я знаю, це велика така система встановлювати, і я бачила, що є спеціальні насадки на крани, які начебто очищають і теж допомагають зекономити, вони там якось і більше дають напор води. Тобто, чи правда це, чи варто таке купувати, yeah. чи краще? Смотрите, є насадки на кран, які способствують... изменению потока воды, да, они uh-huh. воду как бы распыляются, сдают ей объем, но уменьшают количество воды, которая протекает через кран. Да, эти насадки эффективные, они позволяют вам с одной стороны получить достаточное количество воды, не вызывают неудобства, а с другой стороны уменьшают количество потребленной вами uh-huh. воды. Это эффективно. Единственное, что у вас при этом все-таки изначально должно быть достаточный напор. Угу. Если у вас изначально плохо течет вода в кране, то тогда эти насадки не помогут. Если у вас все нормально с напором, эти насадки помогут уменьшить количество потребленной воды. Там. А чи правда, що вони очищають воду теж? Ні. Таких немає, так? Це все одно треба буде встановлювати фільтри, вибирати і тоді вже насадку брати, купувати. Насадки ставляться на смеситель, на ту воду, яку ви використовуєте не для пиття, а для інших цілей. Угу. Для цих цілей використовуються насадки. А для пиття, для питьевої води ми рекомендуємо встановлювати окремі системи, которые позволят получить именно качественную питьевую воду. Дякую. Тепер не довіряйте тому, що пишуть в інтернеті, тому що я дійсно вчора читала інформацію, що якщо ви купите насадку собі на кран, то вона очищає воду, ви будете пити чисту, свіжу, і до того ж їй буде сильний напор. А це виявляється неправда, тож не довіряйте цьому. Так? Дякую вам, що розказали, як встановлювати, як вибирати фільтри. Думаю, це така інформація, яка необхідна. Варто вже почати думати про те, щоб пити смачну і якісну воду, до того, що в Миколаєві з водою дуже проблемно. Я дякую вам. Чекаємо ще, можливо, з якимись розробками новими, які будуть для фільтрації води. А я нагадую, Денис Молчанов, головний інженер систем очищення води, був сьогодні у нас в гостях, поділився порадами, як вибрати фільтр. Гарного дня вам далі!